стиральная машинка Индезит. Значит, при работе доходит до спуска воды, загораются две, вот этот моргает быстро, и моргают вот эти две кнопки, второй и четвертый. По списку ошибок это ошибка F05, ошибка спуска воды. Это у нас стиральная машинка. Индезит. Вот так вот, наверное, сможет сфокусироваться. Значит, в чем проблема? Разобрал помпу, насос, он то пускается, то не пускается. Значит, сейчас покажу, как можно решить этот вопрос. Открыл насос, он ничем не забит, катушки по виду целые, сопротивление около 200 Ом. Значит, при пуске гудит и не запускается. Что можно сделать? Иногда в середину, если вот так вот поставить и хорошенько подцепить, вытаскивается, здесь фиксируются на сальнике, ну и вытаскивается механизм. Механизм внутри механизма было здесь внутри. Много мусора, который это осадок из воды, мешал хорошему вращению. Сейчас, если вставить назад, вставляем, подключаем, включаем, и сейчас покажу, подсоединю, и можно попробовать в работе. При каждом включении работает. Сейчас покажу. Соединил напрямую в 220 вольт. Снять помпу несложно. Сначала откручивается помпа вот так. Сначала откручиваются вот эти винты. Здесь их 4. Я уже немножко приоткрутил их, вытаскиваем. Помпу можно вытянуть сюда, отсоединяем штекер, просто вытаскиваем без фиксаторов. Вытаскиваем штекер и отсоединяем по трубке. Я здесь уже более-менее его снял, один и второй, просто плоскогубцами зажимаем, и он туда вытаскивается. Ну и точно так же зажимаем и ставим на место. Поставим на место уже после ремонта. Никаких проблем с этим не возникает. Теперь для того, чтобы отсоединить корпус от электродвигателя, здесь на насосе есть три винта. Просто откручиваем, и он просто не выкручивается. Некоторые есть фиксирующий винт, и он проворачивается. Здесь просто вытаскивается, отсоединяется одна половинка от другой. Ну, так можно легко снять помпу. Желательно вот в таком, в горизонтальном положении. Можно заднюю крышку снять, но до помпы очень неудобно. Лучше ее положить на бок. Подсоединяю на каждое подсоединение двигатель работы. До этого, чтобы он заработал, нужно пальцем
крутишь, крутишь, включаешь, вроде бы работает. Начинаешь через минуту включать, уже не работает. Сейчас после просто полоскания, чистка внутри, включается на каждый пуск. Катушка не горячая, все в порядке, собираем в обратной последовательности. Ну и, скорее всего, все будет работать.